Утро на Ла-78 продолжается. Сегодня день Мадрида в столице Испании. Намечается праздник. Ну что такое испанский праздник? Это, конечно, в первую очередь танцы. А что такое испанские танцы? Это в первую очередь, конечно, фламенко. А в нашей студии исполнительница фламенко, хореограф-постановщик Марина Наумова. Марина, доброе утро. Доброе утро. Танец страсти и огня называют фламенко. Все действительно так. Совершенно верно. Ибо что у тебя внутри, что у тебя в душе, то это и выражается все посредством танца, посредством движения рук, ног, головы, корпуса. Ну а в душе цыган, естественно, огонь, страсть, все самые чувства. Да, вот я так понимаю, что корни этого танца глубоко уходят в историю, даже в какой-то степени в мавританскую, да, вот историю Испании, цыгане, Гранада, вот родина этих танцев. Да. И вот там вот по-прежнему сейчас танцуют фламенко в таких закрытых пещерах, но при этом одновременно фламенко выходит и на эстраду, да, по сути, на сцену. Вот как вообще это все умещается? Совершенно верно вы сказали. Дело в том, что настоящая фламенко, это, естественно, камерная, закрытая фламенко, которая танцует, как вы верно подметили, в пещерах Сакрамонте, в таблао, да, то есть небольших таких кафе-шантанах. И настоящие ценители фламенко – цыгане. Они, конечно, за это именно искусство, фламенко, чтобы оно не выходило на широкую сцену, на широкую публику. Ну вот при этом вышел Хоакин Кортес, да, например, сейчас один из самых, считается, известных исполнителей на сцене. Для широкой публики совершенно верно. Естественно, для ценителей фламенко более, наверное, известны другие имена, цыганские имена. Хотя Кортес тоже родом из цыганской семьи. И он тоже начинал в закрытых кафе-шантанах, но свое искусство он вынес на широкую публику и поделился с нами им. И, конечно, мы ему за это благодарны. Какие есть неотъемлемые атрибуты фламенко? Ну, кроме веера, конечно же. Ну, на самом деле, это все, конечно же, аксессуары. Самое главное в танце фламенко – это, в первую очередь, ты, твоя душа, твоя история, насколько у тебя внутри как можно больше чувств, как можно больше эмоций, жизненной истории, жизненной мудрости, которую ты можешь донести до людей и рассказать свою историю здесь и сейчас, что ты чувствуешь. Но, естественно, в этом для вас, для всех зрителей, в том числе помогают аксессуары. Это костюм фламенко, это туфли фламенко, таконы, каблуки, соответственно, с помощью которых дроби делаются, веер, кастаньеты, шаль. Пожалуйста, но вы понимаете, что фламенко можно танцевать. В первую очередь эмоции. Да. Ну что же, своими эмоциями в танце прямо сейчас с нами поделится хореограф-постановщик Марина Наумова. Оле. Thank you.
Sangre, hay los dos ríos de Granada, hay uno nieve y otro sangre, ole bien.